Здравствуйте, судары и сударыни, а также гости нашего канала «Без дел». Сегодня я решила испечь бисквит. Для этого нам понадобится стакан муки, полстакана сахара, 2 столовые ложки масла подсолнечного, 3 яйца, полпачки разрыхлителя для теста и полпачки ванильного сахара. Будем выпекать при 180 градусах. У меня за 25 минут испекся в прошлый раз. На этот раз посмотрим, за сколько он у меня испекется. Так, разбила миску 3 яйца. Добавляю сахар сюда, полстакана. Перемешиваю. Долго не мешаю. Минутку. Немножко, чтобы растворился гармонь. Так, сразу разрыхлитель сюда же, полпачечки. И ванильный сахар. Так, надолго не буду вас мучить показывать, как я размешиваю, все это знают и умеют. Так, пока сделаю остановочку. Сахар растворился весь. Добавляю теперь муки. Так. Перемешиваем. Так, тесто вымесило. Добавляю сюда под конец уже подсолнечное масло. Тут 2 столовых ложки. Раньше я делала без масла. Получались какие-то коржики жесткие, невкусные. В этот раз попробовала рецепт с подсолнечным маслом. Получился бисквит мягкий, воздушный. Очень даже понравился. Не знаю, в этот раз получится, не получится такой же. Посмотрим. Можно добавить тертое яблоко, получится как шарлотка. Но сейчас я не знаю, какую начинку будет у меня. Сметана с сахаром для варенья. Поэтому просто испеку бисквит. А там решим, что туда добавить. Так, все, тесто вымесили. Сейчас я вон на сковородку смазанным маслом переложу. И в духовочку. Переложили. Сейчас поставлю в духовку. Так, духовку мы разогрели до 180. Сейчас я туда поставлю то, что у нас получилось. Все, через 25 минут откроем, посмотрим, получится у нас в этот раз что-нибудь или нет. Так, 25 минут у нас прошло. Так, через стекло плохо, ничего не видно, поэтому я не знаю, нужно открывать, рисковать и смотреть. Так, светлый. Так, еще подождем 5 минут, значит. Так, рано. Прошло еще 5 минут. В итоге получается 30 минут у нас готовилось. Так, достаем. Проверяем. На камеру как поставил. Ну, то все. Все готов. В этот раз 30 минут готовился. Сейчас его достану. Посмотрим, как он снизу. Не подгорел ли он у нас. Так, переложила я пирог сюда. Так, с изнанки у нас получилось. Вот. Все нормально. 30 минут в этот раз готовился. Так, сейчас я его разрежу. Ой, замазала. Вот, все мягенький, да. Не коржик получился, а мягенький. Все, в этот раз удалось испечь мягкий бисквитик. Все, приятного всем аппетита. Смотрите, заходите в гости на наш канал «Без дел». Всего хорошего. С наступившим Новым годом. До свидания.